И снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Wolfenstein. Потихоньку подбираемся уже к финальной его части. В прошлой серии мы отразили нападение на штаб-квартиру Крейсау и также пробрались на аэропорт. В аэропорт, вернее, нацистов, дабы разобраться, что творится на Цепелине. Там установлено какое-то новое оружие нацистов. А здесь у нас какие-то врата. Что это? Кто там? Кто ты, женщина? Почему ты там летаешь? Это устройство защищает меня от пуль. Береги патроны, я. Тебя ждет небольшой сюрприз. Я сюрпризы не люблю. Я люблю заранее знать, что меня ждет. Твою мать, а? Примерно понятно, что делать. Сдохни, падла. О, еще один пришел. Зараза, сдохни, а? Ой-ой, подожди. Зараза, падла, тварь, скотина. Ладно, с самого начала брать что-нибудь помощнее. Возьмем-ка мы вот эту штуку. Пока он в таком виде не попадаешь в него, что ли? Так, помощнее что-нибудь. Это не то. Вот это подойдет. Хотя, может, и нет. Ай, ой, убивают, помогите. Убили. Может, не помогать. Блин, нельзя так в начале игры меня фигачить, а? Почем зря. Это устройство защищает меня от пуль. Побереги патроны, я. Тебя ждет большой сюрприз. Так, мне бы найти, где подзарядиться, а? Жалкий человечек. А, сволочи. Блин, я бы взял с собой эти штуки, если бы их можно было просто положить и подзаряжаться от них. К сожалению, их только кидаешь. А, вот, смотри, вот они. Можно подзаряжаться, собственно. А если мне прямо отсюда? Мне прямо отсюда не дают бабахнуть эти генераторы. А вот сейчас можно. Ой, поломали. Биджей, не застревай, ну. А, я отсюда не достаю. Засада, пацаны. Может, не надо?
Это все? Немного настойчивее, немного настойчивости, и девушка соблазнилась. Так, нам сюда. Да, давайте посмотрим локацию на предмет. Блин, вот этих инферналов вообще не люблю. Ты кто такая была-то, а? Нет, это все-таки были не врата к Черному Солнцу, а какая-то другая конструкция, которая, ну, позволяла этой даме быть неуязвимой. Так, мы прошли вроде оттуда, да? Что у нас здесь наверху? Можно было здесь засесть и, собственно, неплохой обзор для обстрела. МП-43, помимо того, что это, собственно, без всяких усилений урона, неплохое оружие. Очень мощное. Так, нам сюда, да? Что у нас там? А применяя к нему еще и усиление урона, это вообще, то есть... Ох ты, твою мать, а какой ты мерзкий! Как ты здесь оказался вообще? Ага, теперь мы здесь. Ты смотри, туда можно было даже пробраться. Интересно. Надо будет полазить в поисках золотишка там и всяких ништяков. Зараза, они... Так бесшумно передвигаются и так резко выпрыгивают. Ну да, я здесь. Золотишко схватил, сам того не ожидая. Ну нет, как-то выхода нету, видимо, нам сюда только за золотишком и надо было. Блин, я еще грешу иногда невнимательностью, вот... Недавно вроде сюда поднялся, да, показал, что здесь зона обстрела достаточно неплохая. Вот эту лестницу да вообще даже в упор не заметил. Может быть, можно было ее как-то отсюда грохнуть? Это было бы гораздо безопаснее, пока бы они по всем лестницам прошлись, меня бы уже здесь не было. Хотя, может быть, она как-то была заблокирована на тот момент. На момент битвы с боссом. Ну это же босс, правильно, девушка? Хотя раньше я ее не видел. Возможно, это какая-то необычная охранница, весьма выдающаяся среди своих коллег. Противник в ангаре 19. Всем бойцам следовать туда. Что ты говоришь? Ненавижу вас, твари. В основном из-за того, что у них такой голос. Эй, кто-нибудь дома есть? Не возражаете? Заберу я у вас золотишко. Да, наивно было полагать, что можно залезть в
Откуда здесь солнце? Из мышиной норки пропадает. Так, ну нам сюда, откуда вышел огнеметчик. Задание выполнено. Войти в туннели. Новая задача у нас. В принципе, вы знаете, в золоте уже я особо не нуждаюсь, так как какие я хотел улучшения, почти все я сделал. Единственное, которое улучшение еще можно сделать, это там для тулийского медальона что-то было. Для улучшения обычной тени. Так, аэродром Восток. Переходим на эту локацию. Пойдем на них с топором. Это шпион! А, нихера, топор работает. Веселый такой топор. Взрывоопасный, я бы сказал. Так, а это уже не очень хорошо. Где-то стоит глушилка. Где-то прямо она стоит. У меня тоже есть гранаты. Охренеть, что моя граната там натворила. Да на, не жалко, а? Еще найду. А, заодно и уничтожили глушилку, да, которую ты прятал. Лысая тварь фашистская. Так, я слышу бронетехнику. Патрошек нам не надо, в принципе. Всего полно. Так, предлагаю проверить по патронам, что у нас. Фотонная пушка 100%, 12 панцершреков, огнемет, ну тоже, видимо, неплохо. Орудие Тесла 60, 20 патронов на Лейхенфауст, 50 патронов на снайперскую винтовку, 200 на Шмайсер и 400 на МП-43. Замечательно, с этим можно воевать. Давайте, давайте, конвейером, конвейером. По одному. Свинца хватит на всех. Прикольно запрятали. Но я как-то особо не прячусь, знаете ли. Так, штурм ангара. Пойдем со мной, мой дорогой. Блин, все-таки успел. Но вечно не смогу, а минут 5 очень даже способен. О, ты здесь уже, что ли?
Ангар весьма интересно построен, да, то есть не сказать, что пространства так много, но все-таки самолетик помещается. Так, а где твой колдун, который тебя защищает? Блин, МП-40 вообще рулит, прям выруливает, а? Почитаем давайте данные. Знания, полученные в ходе работы над убийцами-невидимками, помогли нам успешно завершить первую фазу разработки самолета-невидимки. Мы немедленно переходим ко второй фазе, целью которой является полная невидимость на короткое время. В ходе третьей фазы мы будем работать над увеличением продолжительности невидимости самолета. Самолет-то непростой, самолет-то невидимка. И причем не такой невидимка, как, допустим, стелс разработчиков Асашай, который не видно на радарах, а реально прям невидимый. При использовании технологии, которую они использовали для невидимости этих солдат, с которыми мы первый раз столкнулись, помните, в госпитале. Вполне себе неплохо. Так, давайте вырубим защитное поле на тех воротах. Окей. Неплохо было бы угнать этот самолет. Помните, мы в Return to Castle Wolfenstein уже этим занимались. В настоящий момент идет испытание третьего прототипа ракеты, содержащего стандартную боеголовку, усиленную теневым зарядом. Первые результаты впечатляют. Мощность взрыва превышает аналогичный показатель обычной ракеты на 314%. Это превосходит самые смелые наши ожидания. 314%, с ума сойти. Фашисты, как всегда, на своей волне и используют любые технологии в военных целях. Ты что там колдуешь, урод? Хватит тут. Ух ты, это же убийца. Так, а вот этого невидимого убийцу я, честно сказать, опасаюсь. Во-первых, потому что его не видно. А, я его грохнул. Чего его опасаться-то? Ха-ха, добегался, урод. Я почему-то подумал, что здесь какая-то дверь, я туда забежал. Так, опять выращивают кристаллы. Вот эти самые ракеты, да? Да, они используют ту же самую энергию черного солнца и становятся в три раза более... Это что такое? Это у меня полно, да? В три раза более эффективнее и смертоноснее обычных. Я побежал на них, используя щит, не знаю, кого-то задело, не задело. Но хотел добиться того, чтобы их этим убило. Так, подожди. Так-то будет лучше. Способность увеличенного урона позволяет мне пробивать стены. О, теперь он работает через пень-колоду, и мы можем, в принципе, пройти, используя скорость. Узловой цепелин пришел
А здесь у нас что? Собственно, тот самый цепелин. Да-да-да-да-да, где источник? Ой, хорошо-то как, ой, как хорошо. Джетпаки. Ладно. Да, способность увеличения урона, то есть против нее мало кто может. Где кто? Ого. Ой, блин, гранату кинули. Когда успели? Так, ну я думаю, нам в лифт. Хотя, может быть, и нет. Давайте посмотрим, что здесь. В той комнате мы уже... А, здесь мы тоже были. Здесь это просто дверь была закрыта. Тогда идем в лифт. Видимо, оттуда мы попадем на цепелин. Как бы... Нажимай. Я думаю, нам хватит. А ты здесь откуда? Барыга. Так, это ваша последняя возможность приобрести товары на черном рынке. Барыга, ты здесь откуда? Блажкович, и что это вы тут забыли? А, кажется, знаю, вы хотите пробраться на цепелин, так? Ну тогда вам повезло. Я как раз нашел лазейку на плохо охраняемый склад. Выбирайте. Когда вы отправитесь спасать Айзенштадт, у вас такой возможности не будет. Меня больше волнует, откуда ты здесь взялся. Так, ну вот гармонические колебания я не успел увеличить. То есть не увеличить, а модернизировать. Вам удалось раскрыть великий тайны древних вариантов и научиться за помощью увеличить скорость восполнения энергии. То есть ладно, это зависит от этого только скорость. Так, отражающий кристалл, в принципе, по полной прокачан, усиление по полной, замедление по полной. Что нам может пригодиться? Оружие Тесла, гранаты, полный боезапас. Блин, 2000 всего лишь у нас. В принципе, вы знаете, крупный калибр на винтовку может быть. Либо крупный калибр на МП-43. 1500 монет. Вот это, думаю, гораздо более логичное решение. Тут по дешевке что-нибудь есть? На 850 рублев. Так, не хочу, я этим не пользуюсь вообще. Катализатор тени. Установка кристалла катализатора. Система генерации частиц, что уменьшает время приведения оружия в боеготовность. Ладно. Тесла. Генератор дуги. Установка на дуло металлических электродов, позволяющих использовать оружие не только для стрельбы, но и в рукопашном бою. Тоже не очень мне надо. Здесь все дорого. Граната все дорого. Ну ладно, последние 500 монет истратим мы, наверное, на барабанный магазин МП-40. Старый добрый МП-40. Как он у нас теперь выглядит. А, здесь не видно. Ну ладно. Там у нас вон немцы ходят. А, нет, смотри, или немцы, да? Упс. Парень, но тебе же нет лица. Так, припалили уже. Ого. Сюда.
Перестань ты бегать, как заяц, а? Добегался. Так, подожди, по поводу экстренного взлета. Сам же говорил, 5 минут у нас еще есть. Ходит такой себе. Она трупов подымает, смотри. За кого меня принимаешь? Ах ты сволочь, а? Да, это необычная охранница. Как я смел предположить. Да убей же ты его, но... Ты ничего, норм, да? Ты видел такое раньше? Она поднимает обычных солдат и делает из них инферналов. Скотина, а? Я тебя ненавижу. Блин, вроде как бы нету здесь мест, где можно бы подзарядить кристаллы нашего тулийского медальона. Прям звездочки, как у ниндзя. Кто посмел? Вот оно, то самое мое любимое местечко. Мой любимый уголок. Уголок любителей тулийского медальона, я бы даже сказал. Вот он, здоровый цепелин такой. Скоро он подымется в небо. Блин, смотри, сколько их здесь. Ой-ой, как плохо. Слышите, да, как об щит бьются пули? Опять ищем снайперскую винтовку. Прям в бедро ему. На всякий случай вот так сделаем. Я ж думаю, машина нам не пригодится. На машине мы не поедем. Я не трус. Но я боюсь. В смысле, до финала игры? Ну да. Я тоже так думаю. Обходи с фланга! Так, чего тут у вас есть? Главное, что есть источник для подзарядки. И мост есть, который можно опустить. И таким образом попадем напрямую к цепелину. Я бы хотел, конечно, еще туда сходить. А... Так, подожди, подожди. Тут сразу переход на цепелин. Что у нас, скажем, вот здесь? Закрыто. Это что за рычаг? Ну да, тут мост как-то не опускается. Хотя, а, да, есть здесь рычаг. Может, даже очень и опускается. Не, он только поднимается. А как же вторая часть моста? Ну, ведь нам туда не попасть. Ну и ладно.
Так что, дамы и господа, ну, в основном, конечно, господа, идем на Цепелин. Доклад об успехе. Кружок Крейсау и Золотой Рассвет подозревают, что Тоттенкопф планирует испытать с борта Цепелина некое сверхмощное оружие на основе энергии Черного Солнца. Похоже, они правы. Нацисты спешно выводят войска из города. Я прорвался на аэродром и проник на борт грузового судна, которое следует к Цепелину. Надеюсь, я успею остановить безумца прежде, чем он уничтожит Айзенштадт и сопротивление. Ну а на этом позвольте мне с вами попрощаться, дорогие любители компьютерных игр. Продолжим уже в следующей серии. Мы завершили миссию «Аэродром». Чтобы ее не пропустить, подпишитесь на канал, ставьте большой палец вверх и комментируйте, конечно же. Я думаю, она будет уже финальной, поэтому очень не рекомендую вам пропускать. Будет интересно. Всем удачи, всем пока.